Девочки, всем привет! Я решила отодвинуть косметичку Майя и отснять для вас на выходные лучшие такие видео про косметоз, про коллекцию. На вот этой полочке у меня только половина занимает декоративная косметика, а здесь остальные я положила туалетные воды и парфюмы разные. Наверное, взгляд привлекает сразу вот эта вот шкатулочка. На самом деле, девочки, это палетка теней. И палетка теней, подарок из Израиля был от девочек. И это закос, конечно, под косметику Tarte. В Израиле есть фирма Wow. Девочки очень часто показывают. И Лера, и Аня. И вот такая здесь палитра. Очень похожая палитра на оригинальную. Я на AliExpress видела даже вот реальный совсем прямо закос. У палетки Tarte вот это оформление, оно сам корпус золотой. Вот. Но мне безумно нравится. Я, кстати, ее не красилась еще даже ни разу. Мне нравится просто ее хранить, нравится ее сводчить. Вот, девочки, сейчас будет небольшая тряска, может быть, потому что мы отправляемся с вами вот в этот угол и будем концентрироваться на вот этих всех палеточках. А у меня здесь, девочки, в основном маленькие палетки теней. Органайзер я делала сама, я не знаю уже сколько лет, наверное, 3-4. Наверное, 4 года назад. Очень прикольно получилось и очень удобно. То есть у меня все расположено здесь так, как мне нравится. Здесь у меня сосредоточились маленькие палетки. Я решила, что я не буду их складывать в какие-то ящики, потому что я про них 100% совершенно забуду. И вверху, как видите, у меня палетки побольше, высокие, потому что они точно не затеряются вверху. И я не знаю, просто я решила их сюда вставить. Вот, девочки. Раньше у меня, ну, здесь постоянно меняло содержимое, но сейчас пока так. Кисть у меня здесь лежит, потому что ее нужно склеить. Тогда это кисть Фокулер. Так она, я думаю, задумана была как кисть для хайлайтера. Очень удобная, но я вечно забываю ее приклеить, хотя клей уже давным-давно купила. Но хватает у меня кисточек, и потому, наверное, я забываю. Вот такой вот, девочки, лип кушон от Catrice. Он мне попадался в большой посылке с Amazon. Помните, я вам показывала, когда пришла распаковка, была. И она из двух частей состояла. То есть там куча было косметики, как сток-центр, да? И, как видите, я еще ни разу не пользовалась, потому что я оттенок вот такой вот темный, красный. У меня сейчас лак, например, очень светлый, видите? А вот этот будет прям вот такой он будет. И я все не решаюсь, потому что думаю, может, кому-то подарить. Красных-то у меня очень много помад. Я, правда, не знаю, что за финиш. Может быть, будет матовый финиш. Это, девочки, оттенок. Ну, не знаю, пока оно у меня лежит. Знаете, пока новая, она, ну, как бы срок годности у нее еще не начал действовать. Ну, вроде как, не начал. Мой любимый карандаш. Вот я его искала на днях. Это, девочки, от такой фирмы. Я покупала то ли на Бике, то ли на AliExpress, я уже не помню. Но, девочки, это очень классные карандаши. Набор называется фирма... Знаете, какая вот... Сейчас покажу вам. Вот она, девочки, фирма. Они очень классно держатся на слизистой. Просто обалденно держатся на слизистой. Никакой реакции этим карандашам уже несколько лет. То есть у них очень хороший, я так понимаю, состав. Потому что бывает, купишь у совершенно нормальных европейских производителей, американских производителей косметику, а через некоторое время
через некоторое время начинается видоизменение карандашей. Бывает такое, либо ссыхаются, оттенок вот такой темно-зеленый, травянистый. Вот, девочки, очень классно выделяет зеленый цвет глаз, несмотря, что, казалось бы, должна быть тавтология, но ничего подобного. Он, по-моему, мне короче, чем все остальные карандаши. Я его вот потеряла, теперь знаю, что он мне здесь. Так, это старый оттенок для бровей Essence, но он... А что, какая в нем проблема, девочки? Я не помню, что он мне здесь. Во-первых, он... Я им точно пользовалась, потому что он на треть короче, чем он с продажи. А, он меня перестал устраивать, он какой-то рыжеватый был. Возможно, у меня, знаете, я им пользовалась, когда у меня цвет волос чуть-чуть был такой светлый, а сейчас он у меня опять темный, коричневый, и поэтому я его отложила, он затерялся тут. Ой, вот этот карандаш, мне кажется, нужно выбросить вообще. Называется Highlight. Это кто-то мне его отдал. Я вообще не знаю, что это за фирма такая. Карандаш для... А, слушайте, он классно рисует, хорошо рисует. Не, оставлю пока. Я, наверное, спутала с каким-то еще карандашом, который я, наверное, выбросила. Он, знаете, карандаши для губ иногда бывают... ссыхаются вообще, интересно, да? Для, как это, леворуких, нет, левша-правша, для, наверное, для левши сделано, потому что обычно вот так вот, да, название идет справа налево, а тут слева направо как-то, не знаю. Ладно, девочки, давайте приступим к тенюшкам. Вы знаете, одни тени, одну палетку тени точно знаю, что я уже давно хотела ее убрать из коллекции, потому что я точно не буду ей пользоваться. Так как вам видно, вроде видно нормально, у нас сегодня пасмурная погода, девочки. Это от Буржуа, я ее отхватила когда-то давно в Текамаксе за какую-то смешную цену. И, девочки, здесь очень бедненькая пигментация. И оттенки такие, которые, ну, не супер-пупер делают меня красивой. Я, по-моему, один раз попробовала ее, мне не понравилось, и она мне затерялась. Я подумываю ее просто выбросить. Потому что она... Ну, в Tecamax вообще завозят уже довольно старую косметику, залежавшуюся. А тут точно. И она еще у меня полежала несколько лет. Здесь, девочки, у меня лежат... Какие палетки? У меня есть палетка от Maybelline. Ее я обожаю, девочки. Я так рада. Diamond Glow серия называлась. Не самая дешевая линейка у Maybelline. Оформление, конечно, дешманское. Пластик здесь очень такой дешевый. Но, девочки, оттенки просто шикарнейшие. Я искала тогда какую-нибудь палетку с зелеными оттенками. Я обратила внимание на... Естественно, у меня, знаете, как открылось новое зрение. Включился фильтр. Иногда, знаете, по магазину ходите и не замечаете... Очень многого не замечаете, пока вам либо кто-то видео что-то не покажет, что есть такое в ассортименте, либо... Давайте сводчу уже сделать, что-то я затягиваю. Опять видео на час получится. И вот такой светлый оттенок, ну... Он хороший, но не такой интересный, я бы сказала, как вот эти. Макияжи получаются очень классные с этой палеточкой. Стоила она, по-моему, 7 или 8 евро, девочки. Совсем не дешево для Maybelline. И я купила, и, по-моему, через пару месяцев эту коллекцию снял Maybelline с производства. Я была безумно рада, что успела еще купить. Да, девочки, если бы сейчас за окном было солнышко, то, конечно, бы свотчи переливались, немного светились, но, к сожалению, будет, наверное, бледновато получаться. Так, а еще одна зеленая палетка, давайте уже остановимся здесь немножечко. Это серия My Science Revolution. Я думаю, что вы помните, что у них была целая коллекция. Так, где бы мне взять пилочку?
тряпочки, что-нибудь, чтобы открыть коробку. Неохота, но ногти неохота портить, только что их накрасила, чтобы они посимпатичнее смотрелись в кадре. Вот, девочки, сами палетки выглядят вот так. И на каждый знак зодиака была своя палеточка. Мне, конечно, выбирала не свой знак зодиака, потому что он был... Львы были очень скучные, такие землянистые оттенки. Почему-то все сразу делают какие-то... Ну, я не знаю, можно даже желто-коричневые сделать и нюдовые интересными. Я не знаю, дуохромными, может быть. Но как только вот такая коллекция получается, оттенки какие-то скучные. И поэтому я выбрала... Девочки мне сказали, что переводится это писес, это рыбы вроде. И здесь есть два оттенка для бровей. Есть хайлайтер, есть воск, которым я, конечно же, не пользуюсь. Я думаю, что вот это вот средство для бровей. А вот это тенюшки. Тени – это самое красивое, что здесь есть. Вот это, конечно, можно и складку века. Я пробовала использовать, можно эти тенюхи использовать для бровей. Вот, девочки. Мне здесь нравится и то, что она раскручивается. Знаете, что-то такое необычное. Положу пока так ее. Не буду тратить время на то, чтобы... положить в коробку. Сделаю это за кадром. Такие, девочки, оттенки. Очень красивый вот этот оттенок. И еще мне нравится вот этот оттенок. Его, наверное, нужно было бы наслоить.